Всем привет! Вы на канале Arduino Club. В этом видеоуроке мы будем подключать с вами 7-сегментный индикатор к Arduino и зажигать на нем цифры от 0 до 9. Для этого видеоурока нам понадобится 7-сегментный индикатор, один резистор 560 Ом, макетная плата с набором проводов, контроллер Arduino Uno, кабель USB с microUSB, компьютер с операционной системой Windows, подключенный к интернету. Итак, давайте собирать теперь схему. Запускаем программу Arduino IDE, затем переходим на сайт, ссылочка под видео есть в описании. Форум «Город Хобби», урок номер 6, подключение 7-сегментного LED-индикатора к Arduino. Здесь на форуме также представлено описание этого урока. Присутствует схема подключения 7-сегментного индикатора к Arduino Uno и программный код. Первый программный код, он нужен для того, чтобы выяснить, какому сегменту какой вывод соответствует. То есть, если мы загрузим, давайте мы загрузим сначала этот программный код и посмотрим, что у нас будет происходить. Копируем программный код и вставляем его в Arduino IDE. Давайте теперь проверим код на ошибки. Нажмем на кнопку «Компиляция». Итак, компиляция скетча завершена, ошибок не обнаружено. Загружаем программный код в Arduino Uno. Нажимаем на кнопку «Загрузить». Дожидаемся компиляции скетча. Итак, сообщение «Вгрузили» появилось. Давайте теперь смотреть на результат. Опять открываем нашу Arduino IDE со скетчем. Переходим на сайт «Город Хобби», прокручиваем страницу ниже. Копируем второй пример кода и заменяем существующий код в Arduino IDE скопированным в буфер обмена. Давайте также проверим код на наличие ошибок. Ошибок не обнаружено. Давайте загрузим этот скетч и посмотрим, что у нас получилось. Нажимаем на кнопку «Загрузить». Итак, скетч успешно загружен. Давайте посмотрим теперь на Arduino с нашим 7-сегментным индикатором. Что будет происходить? На этом наш видеоурок заканчивается. Кто еще не подписан на канал, подписывайтесь на канал. Кто уже подписан, ставим лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Всем пока! До новых встреч!